Напротив Дальневосточного регионального центра МЧС под колеса КАМАЗа попал 24-летний велосипедист. Приехавшая бригада неотложки серьезных травм у горожанина не обнаружила. Ссадины до царапины. На велосипеде марки JT он двигался по бровке дороги параллельно тяжелому грузовику. Оба участника будущей аварии направлялись в сторону южной окраины города. Ехал по боковине и музыку слушал, меня под... Мимо меня проезжает КАМАЗ и зацепляет за руль. Все, меня перевернуло. Велосипедист, потеряв равновесие, полетел кувырком на землю. За водителя КАМАЗа объяснился пассажир. Правда, при этом мужчина перепутал лево и право. Мы обгоняем его, нас обгоняет машина справа. Прижимаемся влево. Просто в зеркало водитель не заметил. Ну, кувыркнулся, ну что сделаю. 31-летний водитель большегрузной машины сел за руль нетрезвым. Это подтвердил алкотестер. Кроме того, водительских прав шофер уже лишен. Руководитель строительной фирмы, в которой трудится водитель, пообещал уволить нерадивого сотрудника. При этом не объяснил, как лишенный водительской привилегии мужчина мог вообще работать на этом месте. С места происшествия Михаил Сергеев, Анна Карпова и Степан Симонов.